Салем, салем, всем привет. Продолжаются мои реакции на ваши заявки. Следующая заявка прилетела, я даже не знаю от кого, я не помню. Не знаю от кого, как большинство всех своих реакций, не знаю от кого прилетает. В общем, следующая реакция на песню, я не знаю, песня называется, наверное, Ausgeht. Сам исполнитель, скорее всего, группа. Я так понимаю, это дети. Что-то с Youngsters, да, связанное? Я имею в виду, что... Еще одна детская группа, не знаю, к какой продюсерской компании она относится, продюсер Людмила Ким, насколько я вижу, в комментариях, ну не в комментариях, а вниз спускаюсь, если в комментариях. В описании к видео, в общем, да. А что за продюсерский центр конкретно, не подскажу. Ну, то есть, если у Youngsters это Dara Entertainment, то у ребят, не знаю, раз, два, три. Такие лапочные, господи! Такими ниточками связаны. Сколько? Блин, они такие маленькие, милые. Как классно поет. И глазки, боже мой! Прикольненько, какой пушечка. Кусичный просто. Девочка постарше, да? Или тоже? Вау, какая классная девочка. Как она эмоционально играет, мне аж мурашки. Маленькая зируза. Господи, какие детки лапушные. У меня аж глаза заслезились. Блин, она реально супер актриса, эта девочка. Очень хорошо играет. Ой, танцует! Господи, милота! Блин, мысличные детки. Блин, они подрастут и будут крашами просто. Слава богу, я не доживу до этого. Слава богу, я не доживу до этого момента, когда они повзрослеют. Господи, я их всех переживу еще. Шучу, конечно, это просто шутка. Не подумайте чего. Блин, какой милый ребенок просто. Анхельчик. Кукула ходит страшно. Дети кукурузы, блин. Девочка самая старшая, да? Судя по тому, что она выше роста намного. О! Сюда ты? Отходи за ним. Вывезем. Эксплуатация детского труда. Шучу, конечно. Давайте. Они все хотят убежать. Переглядывают. Предложки в конце видео. Они скрывают половину видео. Я так не поняла, чем все закончилось. Куда-то ребята пришли или не пришли. Возможно, не исключаю стоять. Возможно, не исключаю, что следующий клип, который его не выпустят, будет продолжением предыдущего. Вот. Кстати, следующий клип тоже джем. Я не знаю, как правильно читается. Может быть, не джем все-таки, может, они J-A-I-M-A... Фу, в общем, неважно. Может быть, они просто ям. Не знаю. Берге следующая песня называется.
Бергея, по-моему, вместе, насколько я помню, на казахском, потому что я знаю казахский где-то на уровне примерно чайника, поэтому примерно уровне чайника. Да, подожди, как обычно видео начинается до того, как я вообще собираюсь его включить. Раз, два, три. Ой, какие клёвые, господи! Да ты не мой дерзкий ребеночек. Это вообще лапушный мальчик, я имею в виду в плане него. Он на мальчишку похож немножко. Мне здесь образ классный. Какой вкусичный этот лохматыш белый. Все, придумала ему название. Название имя. Как долго они будут пусочными детьми? Они лучше меня танцуют, господи. Такие маленькие, а уже такие милашки. Сестрички. Блин, какая песня клевая. Вы же тут мимишные дети, я не могу просто. От милоты умираю. Я всегда, мне всегда поражает это в казахских исполнителях. На самом деле, даже с самого детства они учат рэп и вокал. Это очень круто. Нет, я знаю, что в корейских группах тоже такое бывает, но в основном чаще всего, если читают рэп, то рэп. Поэтому всегда все продолжают и начинают вокальные какие-то партии. Кого напоминает мне этот ребенок, кроме Марка. Он напоминает меня за мальчика. Да. О, капец, он напоминает Азамата. Азамат сам-то ребенок. 19 будет популярно. И он очень похож. Вот. Тут, правда, совсем киндрешек, конечно. Блин, какие они мимимишные. Как они круто танцуют. Лапушный, господи. Это детский прям затискала бы. Я сказала, тетка, руки брала. Я ей Балашку еще до сих пор готова тискать, а тут вообще такие пусята, просто не могу. Очень милые ребятки, очень прям классно исполняют, вообще красивые все, блин, просто. Нет, я не педофилка никакая. Нет, просто милые дети. Ну, я где-то там материнское чутье. Так что вот, очень-очень-очень классно просто. Ми-ми-ми. Спасибо за заявку вообще, что познакомились с мне с данной группой. Такие пусечные детки.